Сергей Ковалев, украинский рок-музыкант и преподаватель. Сегодня у нас заключительный урок из цикла «Рок на баяне». Мы будем рассматривать, а впрочем, не буду забегать вперед. Для начала покажу вам несколько фрагментов. К примеру, если вы слышите что-то вроде этого. Или вот, скажем, такой фрагмент. У вас создается ощущение, как будто музыканту это очень легко играть. Слово «как будто» в этом случае совершенно верно. Поскольку виртуозность достигается немалым трудом и определенными усилиями. Итак, начали. Мы уже с вами знаем, что такое лад, что такое гармония и что значит ладогармонические вариации. Не хватает еще одного компонента, так называемого четвертого элемента, а именно штрих. Штрих – это артикуляция. Это все равно, что четкое произнесение речи. Скажем, если вы великий мыслитель, но говорите заикаясь, то вы не сможете донести ни одну мысль. Так и в музыке. Очень важно четко произносить музыкальные фразы. Мы с вами знаем такие штрихи. Легато. Легато связано и стаккато. Настоящему рок-баянисту нужен штрих не просто стаккато, а стаккато стаккатиссимо. Сейчас я покажу, как я разыгрываюсь. Берем с вами пентатонику. Пентатоника – это пятиступенный звуковой лад, пятиступенная звуковая система. В бытовом музицировании мы различаем два вида пентатоники. Мажорная и минорная. Теперь я в медленном темпе по пентатонике начинаю играть вот такие вещи. Еще раз. Ля, соль, ля, до, ре, до, ре, ми, соль, ми, соль. Ля, соль, ля, до, ре, ми, соль, ми, соль, ля. И обратно. Ля, соль, ми, соль, ми, ре, до. Теперь то же самое в быстром темпе. Следующий фрагмент. В совместном проекте композитора Антона Калугина и Уильяма Макки «Хогваш» ваш покорный слуга играл баянную партию. В композиции «Out of Darkness» вы слышали странный такой интересный баянный эффект. Звучало это так. Разбираем его. В медленном темпе. Соль, ми, ми бемоль, ре, до диез, до. Соль, ми, ми бемоль, ре, до диез, до. Соль, соль, ми, ми бемоль, ре, до диез, до. В медленном темпе еще раз. Теперь то же самое в быстром. Теперь я вам покажу, как я работаю над
техническими трудностями. Возьмем, например, известное произведение. Это хрестоматийное произведение для всех баянистов. Это своего рода этюд, это тренажер. Карусель. Играю в медленном темпе на стаккато. Помним, рок-баянист должен играть стаккато стаккатиссимо. Теперь то же самое, чуть-чуть быстрее, и мы получаем вот такой вариант. Какие тут могут быть еще рекомендации? Я настаиваю на том, что заниматься необходимо по нескольку подходов в день, по 10-15 минут за один раз. Конечно же, вы слышали о том, что выдающиеся музыканты играли по 6, по 8, по 18 часов. Ну тогда поинтересуйтесь, чем это для них заканчивалось. Посему здесь главное не насиловать свои руки. Главное здесь методичность и системность. Поскольку заигрывание руки — это серьезная профессиональная травма, которая очень долго лечится. Кстати, насчет руки. В очередной раз. Смотрите. Я рекомендую вам руку держать вот таким образом. Хотя в плане постановки руки существуют разночтения. Некоторые педагоги рекомендуют на начальном этапе держать большой палец, уводить за гриф. Якобы для лучшего контакта с инструментом. Но когда вам потребуется играть более сложные и трудные пассажи, вам все равно придется переучиваться и ставить руку нормальным образом, что даст вам дополнительные трудности. А это совершенно не нужно и нерационально. Вот, кажется, на сегодня и все. Я надеюсь, что мои уроки были понятными. В случае возникших вопросов обращайтесь ко мне. Я тут рядышком в соцсетях. Я с вами не прощаюсь. С вами был Сергей Ковалев. До новых встреч!